Дорогие Господи, все честные отцы, братья и сестры, казачество наше уважаемое, местные жители, чада Божие, всех вас поздравляю с всем дивным событием, установлением здесь креста. Он, правда, установлен уже достаточно давно, уже, наверное, месяц или даже два. Больше года. Да. Ну ладно, что-то почему-то батюшка так организовал, что только сейчас на освящение. Я-то был готов всегда. Вот мы поздравляем с освящением этого креста. Собственно, сам крест освящает хранитель всей вселенной. Хранитель, освятитель. Крестом освящается вода. Но все равно мы кресты освящаем, как материал, из которого сделал крест. А сам крест, он несет с именем Иисуса Христа большую благодать, силу и, как говорится, помощь в спасении. Крест хранитель всей вселенной, красота церковная, действительно крест у нас красивый. Демонов язва, то есть оружие на дьявола. И апостолам, и всем нам, святым, и всем простым людям помощь и ограждение. Поэтому, слава Богу, здесь, в богоспасаемом селе Варфоломеевка, которое возносится к апостолу Варфоломею, любимому, одному из любимых учеников Христовых, другое имя его Нафанаил, сказано, что истинный израильтин в нем же льсти несть. То есть в Ветхом Завете Израиль были Божий народ, сейчас христиане Божий народ, но смысл этого слова Господня, что не лукавый человек, а человек простой, добрый, искренний и исполнительный. Поэтому хотелось бы, чтобы жители Варфоломеевки были тоже такие же искренние, не лукавые, а честные люди. Слава Богу, батюшка в этом селе помогает, окормляет, служит. И крест здесь охраняет не только село, что самое главное. Здесь недалеко железная дорога, перекресток автодорог, лесопилка. Ну вот. И слава Богу, наше казачество проявило инициативу, сделало, выиграло президентский грант в честь победы, 75-й годовщины победы над фашизмом, мировым фашизмом, ну, немецким, в частности, фашизмом. И здесь мы будем в том числе и поминать, конечно, наших воинов, которые по всей земле душу положили против немцев, японцев и других людей, которые не хотят жить спокойно на своей земле, а пытаются за насилие проявлять в отношении других народов. Поэтому, слава Богу, с нами Бог, и мы тоже, взявши свой крест, с Христа пойдем. Храни вас всех, Господь.